Измените мне профили, сейчас, погодите. А, один чувак остался. Тиху! Я коннекчусь. Тихо. Все, я опять психушка. Сейчас псих зайдет, я вам обещаю. Да, пуль бы ливнул. Не знаю. У тебя виднее. А кто там? Не знаю, запрещено уже вообще. Не, 7 часов. Что, но... запрещено бухать? Сейчас? Бухать? Нет, дрелить кто-то. 7:30. А, вы там время... И во сколько запрещено дрелить? До 7 часов? У меня папа в 9 дрелил, и ничего. Ой, мы ночью, у нас ночью потолки натягивали. Ничего, в час ночи. До 3 утра тянули. Ну как, у нас пришла соседка. Пришла соседка, ее послали далеко и надолго, и она ушла. А тот, который делал потолки, сказал, ну я послал нахер. И она больше, она вас больше беспокоить не будет. Да. Блин, а там за комодом пайпа стоит, Люба, смотри. Вот тут. Need full team. А в чем прикол? Need full team. О, Никита зашел, все нормально. Я зашел тоже давно. Люба, я тебе сейчас попробую успеть сломать. Малыши! В смысле? Он ливнул, его напугало. Люба, я тебе сломал стёклышко. Я буду прыгать. Вот второй еще. С этой стороны тоже сломаю. Я не такая толстая, спасибо. Не, ну чтобы удобнее было со всех подходов. Со всех подходов? Вот у тебя такие три... Ой, эти... Ты классный. Интересно, какой ты был до заражения? Ну, собственно, был я. Это уже можешь не ломать. Я просто вандал. Андрей знает, где делать. Я вандам. Андрей уже, да, держит. Блять, серьезно? Одного только? Я на районе, на своем. Андрей, сбивай их, чтоб твою мать. Бля, я спиздил случайно. Нормально, пойдет. Блять, Вениамин, дай сяду. Кто он там? Бебин какой-то. Вениамин. Вениамин умер. Вьетнамская. Чё, Никита Молотов не поднять? Ну да. Да у меня что-то вообще все лагает. Ну. Никит, хорош стекла бить. Розочки делать. Бьют стекла. Спалил. Да, кстати, вообще там улетели же наши, типа, сколько у нас там, 7, по-моему, китайцев, ну, типа, из офиса. А, Плёва уже умерла. Все угорают, что они не вернутся больше. Ну, Новый год отмечать. Так, Лёша, 0 очков. А, ничего, мы в Таиланд. Следующую субботу. Ну, там-то еще, это же не Китай. Там китайцев, как-то я знаю, чего. Там китайцев... Нас ладно, пхипки там. Везде много. Да это та, понятно. Там китайцев очень много. Не, это понятно. Да, на самом деле мне все равно. Китайцы же считают, что это их страна. Что это Таиланд. А, Таиланд? Не, я думал Тайвань. Не, Таиланд. Ну Таиланд еще дальше, по-моему, чем Тайвань. Тайвань там граничит. Китка. Ой, почти! Ну, я надеюсь, мой язычок коснулся тебя, нет? Подождите, а что за... Так, за попу лизнуло. Я не промолчал, Никита! Я не понял. А, что? Я...